В Якутске стартовал проект «Медиаполигон Дальний Восток Созидатели». В программе мероприятия, которое продлится до 8 июля, запланированы лекции о тенденциях современной журналистики, интерактивные дискуссии, круглые столы и вебинары. Онлайн-мастер-классы проведут известные журналисты. Заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, ведущий репортер и обозреватель Игорь Найденов и другие участники проекта из разных регионов страны. Отметим, что проект «Медиаполигон» пройдет одновременно в 9 регионах Дальнего Востока. Сегодня и всю неделю мы направлены на то, чтобы рассказать о лучших людях города, то есть те, которые благотворители, НКО, люди, которые там, у вас Антон Васильев прекрасный есть, да, которые очищают среду, то есть волонтеры и так далее. То есть мы будем рассказывать именно о людях-созидателях, мы их так называем. Вот, у нас в программе будет лекционная неделя, которая начинается сегодня и продлится до 6 числа. Будут выступать местные лекторы, такие как Аял с проектом «Злой момент», Алексей Павлов, там фотограф, да. У нас будут лекторы, которые подключатся к нам, будут из Москвы, из Риги, там главный редактор «Медузы» Галина Тимченко, главный арт-директор журнала GQ Дмитрий Гиенко. И все это вместе закончится 24-часовой общей трансляцией по Дальнему Востоку.